директор сети Viking Touristic. Сейчас специально для вас я приехал в Турцию. Регион у нас Кушадасы. Мы где-то в регионе Измир находимся. Отель, который мы будем инспектировать, клуб Atlantis отель. Сейчас вам я его покажу. Это первый наш отель в данном регионе. Это первый отель после коронавируса, который я инспектирую, поэтому очень интересно посмотреть, как сейчас все это происходит. Пойдемте со мной, я вам все покажу. Это у нас ресепшн. Здравствуйте. Нам померили температуру на входе, дали маски. Есть вот дезинфектор, если кому-то надо. Чик. О, обработали ручки. Как видите, людей здесь совсем нету сейчас, очень мало. Пару человек на входе было только. Это камин открытый. Прикольно, да? То есть сидите вы прямо в амфитеатре, смотрите шоу, и тут же горит живой огонь. В этом регионе эта тема такая довольно-таки частая. Я был в нескольких отелях, где прямо в больших лобби стояли такие вот камины, и вы сидите, подкидываете сами дрова и разговариваете, выпиваете коктейли. А вот и люди. Пляж отеля. Как вы видите, вход здесь у нас галька. Стоит понтон. И все, больше входа нету никакого. Известняк справа. Вода, конечно же, как видите, здесь прозрачная, потому что камушки, она не мутная, прозрачная, красивая. Нас привели к еще одному пляжу, но он еще не готов. Видите, пирс не собран. Здесь, так понимаю, бар. И вы можете посидеть, покупаться. Красиво. Эгейское побережье очень красивое. Мы поднялись еще выше, это бар, я так понимаю, и главный ресторан, возможно. Сейчас посмотрим, что здесь. Да, это бар. Здесь вы можете выпить напитки. А у нас сегодня день рождения. У нас... Друзья, еще раз добрый день. Те, кто меня не знают, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас я для вас нахожусь в Турции, снимаю отели после коронавируса. Очень интересно все это посмотреть. Хочу вас попросить, если вам нравится то, что я делаю, нравится тот материал, который я снимаю, подписывайтесь на мой канал, снизу там есть кнопочка подписаться. Рекомендуйте вашим друзьям, знакомым мой канал. Я буду вам за это очень признателен, потому что это помогает мне его развивать и снимать для вас хорошие материалы. Если вы
хотите как-то помочь улучшить канал, пишите ваши комментарии, ваши предложения, отзывы. Я буду очень признателен вам за это. Спасибо большое, что вы смотрите меня. Сейчас нам покажут номер. Сейчас мы посмотрим с вами номер. Да, это стандарт. Стандарт. Ребята, запишите, пожалуйста, это, если будет состав 2 плюс 1. Номер подтверждают только для двоих человек. То есть вот кровать, она не функциональна. Здесь максимум 2 человека. Покрытие у нас здесь плитка, маленький плазменный телевизор, кондиционер индивидуальный. Идем дальше, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас дополнительное одеяло, тапочки, сейф. Шкафчика как такового нету, здесь шторки просто висят, ну и вешалки. Так, смотрим, что здесь дальше. Ванная комната, все чисто, аккуратно, плиточка свежая. Здесь у нас душевая кабина, фен маленький. Ну, такой душ. Вот такая вот. Тропического душа здесь нету, соответственно. Вот и все. Друзья, хочу поделиться. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска. Вы можете воспользоваться ей самостоятельно. pay.vikingby. Заходите, подбираете тур, который вам нравится, оплачиваете его самостоятельно. Все делайте самостоятельно. Приезжать никуда не надо. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень актуально. Пользуйтесь им, пожалуйста. Давайте еще раз со второго ракурса мы снимем все. С вами посмотрим, чтобы вы видели. Все чисто, аккуратненько, стены покрашены. Вы сами видели, какой тип номера. Это стандарт, подтверждает только 2 человек. Если вы будете 2 плюс 1, это будет другой тип номера. Не этот вид здесь. Сразу мы выходим в сад. Небольшой балкон есть. Вот он. Сейчас вам покажу. Все чисто, аккуратно, все хорошо. Это вид с вашего номера. Территория, море. И вот она. Большая терраса, балкончик. Территория, судя по всему, состоит из бунгало двухэтажных. Небольшая детская площадка. Здесь 2 качели, горка и маленькая горочка. Видите, она закрыта, находится в тени деревьев. Рядышком здесь находится еще небольшая мельница декоративная. И вид, конечно, открывается изумительный. Я думаю, вы сами видите, согласитесь со мной. 11.29, тип номера у нас Family. В этот раз начнем с вами, давайте, с балкона. Здесь такая же терраса, вид такой же, как в соседнем номере мы были. Это рядышком номера находятся. Заходим, смотрим. Одна большая кровать. Здесь есть диванчик, чтобы посидеть. Плазменный телевизор, индивидуальный кондиционер. Покрытие здесь плитка. Идем дальше. Видим, там находится второй номер. Номер второй отделяется. Ничем он не отделяется. Тут нету никакой двери, даже шторки нету, поэтому обратите на это внимание. Здесь тоже плитка, кондиционер здесь отсутствует. То есть тот центральный, вернее, тот, который стоит в начале в первой комнате, он и охлаждает все эти 2 комнаты. Холодильник, тапочки я вижу. Вот они, смотрите. Сейф. Мини-бар, мини-бар. Так, ну тут пусто, не знаю. Так, это всегда или... Ванная комната. Все то же самое, как предыдущий. То есть здесь у нас фен, раковина, плитка, все чисто, аккуратно. Душ, кабинка. Тропического душа нету. Здесь обычный душ. Гель-душ, соответственно. Ну вот так вот как-то. Если вы хотите, чтобы мы поорганизовали вам поездку в этот отель, в другие отели по миру, пожалуйста, пишите нам. У нас есть сайт viking.by. Там есть раздел «Контакты». Вы можете с нами связаться, и мы подберем тот отдых, который вы хотите.
И напоследок еще разок. И вот мы с вами вышли. Первый этаж и море. Идем дальше. Территория, я так понимаю, отеля большая. Хоть это и четверка. Поливают травку, обойдем. Есть деревья, что создает тень. И это хорошо. Да, в тени хорошо, деревья закрывают от солнца, дует ветер, такой бриз с моря. Персонал в отеле ходит в масках, нас тоже попросили одеть маски. Гости без масок, конечно же, отдыхают, ну, придерживаются социальной дистанции, так называемой, хотя так вот со стороны и не скажешь. В городе, когда мы ехали, проезжали, я видел, что там практически все в масках ходили. Пожилые люди однозначно в масках ходят, поэтому они действительно стараются, чтобы вирус не распространялся. Судя по всему, на холме, и вот мы ходим кругами по нему. Нас ведут, видимо, еще показать какие-то типы номеров. Сейчас посмотрим. Это у нас оливковое дерево. Вот так вот выглядят оливки. Сейчас мы идем с вами в мини-клуб. Там, я так понимаю, есть еще бассейн. Вот, смотрите, как они это стилизовали, все интересно. Мяу. И раз. Амфитеатр, здесь проходят вечерние шоу-программы, сделан в таком римском, греческом стиле. Это у нас детская площадка, она закрыта тентом, и здесь растут деревья, поэтому все в тени. Здесь есть горки. Здесь также есть номера, они с видом на сад. И вот мы с вами продвигаемся к аквапарку, бассейн. Это детский клуб в виде корабля, но он закрыт. Видите, там маленький бассейн, зонтики, пока что не работает. Так, я вижу здесь три водные горки. Вот он, бассейн, видите, дети отрываются. Футбольная площадка. Смотрите, какой замок. Там, судя по всему, детская анимация проходила, но сейчас все это пока закрыто. Здесь был бар, здесь снэк-бар был. Сейчас все это пока закрыто. Все есть? Здесь раньше делали гюзлиме, турецкие лепешки, сладости. Но сейчас, пока видите, все это закрыто. Я так понимаю, что здесь и кальян был. Пока что это не функционирует. Но они все эти услуги оказывают просто в другом месте. Нам открыли пройти проход сюда, в замок. Посмотреть его поближе. Давайте посмотрим. Красиво здесь. Митинг-рум. Комната для собрания. Категория А есть. Я там на байке рассекала. Ты что, не подписан в Инстаграме на меня? Давайте нахрен. Куда-нибудь. Давайте. Есть небольшой маленький бассейн, закрыт, видите, зонтиком.
красивая территория, везде цветы. Стена из цветов. Друзья, если кто-то знает, что это такое, съедобно, несъедобно, напишите, пожалуйста, комментарий. Мне вот реально интересно, я не знаю, что это такое. Я сейчас скажу. Это у нас спа, я, судя по всему, оно работает. Ну, так, зайдем, посмотрим. Ой. Эх, сейчас. Так, это наш представитель спа. Лук. Пойдемте посмотрим, мне реально тоже интересно, как оно тут, как у них, что. Так, это у нас сауна, красиво, чистенько все, хорошо. Ага, турецкая. Вот, смотрите, какая она. Не буду так заходить, чтобы там объектив не запотел. Все хорошо. Тоже сауна. Так. А, она сейчас не работает, но это, судя по всему, влажная будет. О, смотрите, с каким видом. Релакс-зона. Сидите, смотрите на море и отдыхаете. А, это зона массаж. Так, глянем быстренько, да? Они, в принципе, все типовые. Красиво. И смотрите, какой коридор. Все в турецком стиле, свечки горят. Очень круто, приятный запах. Мне нравится. Сейчас еще вам покажу вот это. Ну, в принципе, все. Быстренько по ценам я вам покажу. Ага, есть на русском языке. Я думаю, вы, кто захотите, нажмете паузу. Ой, переворачивайте, пожалуйста. Вот такие процедуры они делают. Дальше. Ага, все, спасибо. Пожалуйста. А вот там вот есть попугаи. Смотрите, если хотите сфотографироваться с попугаями. А еще у них есть пляж. Но это уже не их, я так понимаю, это частный. Общественный пляж. Вот, давайте сходим посмотрим. Его тоже очень интересно, потому что здесь уже будет вход. Не надо вам будет по каплям входить. Что же у нас здесь на пляже? Видите, здесь вход, песок, шезлонги, зонтики стоят. И вход песчаный, судя по всему. Пойдемте посмотрим. Вход небольшой, дует сильный ветер. Я надеюсь, что моя защита сработает, и вы будете меня хорошо слышать, потому что я сам себя не слышу, так задувает. Вот, смотрите, какой он. Есть немножко гальки мелкой, и здесь вода уже мутная, потому что песок. И все равно она очень красивая. Водные виды спорта, катамараны, байдарочки. А это, судя по всему, уже пляж отеля. Здесь стоят шезлонги, и у них здесь вход и спуск по понтону. Тут у нас одноэтажные бунгало с видом на море, на пляж, ресторан. Посмотрим с вами ресторан. На входе средства дезинфицирующие. Ух, чуть не упал. И вот он, ресторан. Красиво все. Вид классный. Сидите, кушаете и смотрите на море. Я надеюсь, что видно, здесь стоят ветряки. И, исходя из этого, можно сделать вывод, что это ветреный регион, потому что просто бы так их сюда не поставили. Смотрите, какие большие. И здесь их достаточно много. Мы идем вдоль пляжа, здесь променад, здесь вход скалистый,
столики, зонтики. Отель большой, территория у него большая. Можно ходить в разные места. Очень много деревьев. Нашел дайвинг-центр. Можно понырять, посмотреть. Вода здесь прозрачная, поэтому я думаю, здесь очень красиво. Елочка. И вот мы с вами сделали круг и добрались до ресторана. Мы были с вами вот оттуда начинали и пришли вот сюда вот. Это главный ресторан, судя по всему. И вот он, какой у вас будет вид, когда вы будете кушать. Ребята расставляют. Все, готовится к обеду, судя по всему. Браво. Посмотрим, что у нас здесь будет на обед. Ага, холодные закуски. Уголок зелени. Огурчики, помидорчики, лук. Оливковое масло. Хлеб. Сладости. Но это еще не вся сервировка. Еще будет сейчас выставляться, потому что еще очень рано для обеда. 12 часов только начинается. Здесь у них еще кухня. Открытая, где готовят еду сразу. Пару слов про этот отель. Отель большой, это четверка, у него большая территория, бунгало, одноэтажная, двух, трехэтажная, несколько бассейнов, есть аквапарк, несколько ресторанов, несколько пляжей, есть пляжи понтон, вот там вот находится, здесь тоже с понтона есть, есть общественный пляж, судя по всему, где песчаный вход и пологий, и у них собственный пляж, опять-таки, с понтона. Здесь дно в основном скалистое, дуют ветра, потому что есть ветряки, и наверняка здесь ветер постоянно есть, поэтому на это нужно понимать с этим отелем. Также здесь очень много деревьев и цветов, поэтому если кто-то хочет пофотографироваться, он это сможет сделать по безопасности. Здесь есть маски, везде выдают, антисептики, социальная дистанция, людей мало. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее, приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если же вы хотите самостоятельно поехать на отдых, у нас есть для вас удобная система онлайн-поиска payviking.by. Заходите, подбираете тур, сами оплачиваете карточкой, не надо никуда приходить, мы вам высылаем документы по электронной почте. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня. Если вам интересно, как сейчас происходит выдача еды, пойдемте со мной, я вам покажу. Маски обязательно, поэтому если будете без маски, вы еду не получите. Вам никто ее не даст. И вы становитесь в очередь, и вам выдают ее порциями. Сейчас все покажу. Просто раздача, и все. Подходите, говорите, что хотите, и вам накладывают, видите? Ну да, надо постоять в очереди. Идем дальше. И здесь то же самое. Фрукты. В очередь стали, подошли, показали, что вы хотите, вам дали. Салат. В очередь стали, подошли. И вам все, что вы хотите, дадут. Салатик. Эх, зелень. Вот так сейчас происходит раздача еды в Турции. Вот такой all inclusive. Нашел.
Хочу вам рассказать пару особенностей данного отеля. Еще разок немножко моменты проговорить. Сейчас наполняемость очень маленькая. В ресторане людей не так много, очереди выстраиваются, потому что раздача еды происходит ручная. Когда отель будет заполнен на 100%, это, конечно, создаст очень большие очереди. Не знаю, как они будут с ним справляться. Поэтому на это стоит обратить внимание. Турецкие отели обещали заполняемость не более 70% делать, для того, чтобы вот к таким ситуациям это не приводило. Здесь ветра дуют, тоже стоит на это обратить внимание. Территория отеля большая, есть спуск и подъем, поэтому если кто-то не любит такого, что надо много ходить, то тогда ему не в этот отель. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Если вам был полезен и интересен материал, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Рекомендуйте мой канал своим друзьям, знакомым. Буду вам за это очень признателен. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис.